Или можно оставить тогда. Значит, известно, что в Евросоюзе не приветствуется возделывание гибридных сортов винограда. В моем хозяйстве 6 гектаров прекрасной 10-летней Изабеллы в Искаштамбле, которая дает отличный урожай от 10 до 15 тонн ежегодно. Но, будучи озадаченным, что делать, что мне будет делать, ну, в каком положении я окажусь, скажем, если Молдавия войдет в Евросоюз и станет вопрос о раскорчевке этого виноградника, я решил разработать методику конверсии. И на каждом 7-м ряду я удалил куст через 12 метров и посадил орех. Вот видите, это 2-летний орех, который, видите, за 2 года вырос почти на 3 метра. Значит, вот так. Я, значит, удалил на этом орехе все побеги, которые идут между ряди. Вот это плодоносящий побег вдоль ряда я оставляю. Он в этом году будет давать урожай. Я надеюсь, что мы сделаем съемку, вы увидите на сайте. Это плодовая почка. Это тоже плодовая почка. Но идет между ряди. Она будет травмирована трактором. Эти побеги идут между ряди. Мы их удаляем. Тоже плодовая почка здесь. Она идет между ряди. Мы удаляем. Это верхушка. Удаляем. И прирезаем сам побег на высоте где-то 2 метра 70 сантиметров. Значит, здесь будет прекрасный куст, прекрасное орехово, прекрасное ореховое дерево.